Добрый день, дорогие друзья, Евгений Гордеев из славного города-героя Смоленска снова с вами, и я предлагаю вам послушать свою новую песенку про крутого очень перца, которая так и называется «Перец-мастер». Ты пришел на ютуб, больше глаз, больше губ, иногда ты косишь под блатного. Ты на многих имеешь огромнейший зуб и на многое смотришь сурово. Ты за место под солнцем готов воевать, выворачивать всех наизнанку. А сам подло обчистил папашу и мать, и по жизни ты катишься танком. Перец, мастер перец, ты словно щучиха, идущая на нерест. Перец, перец мастер, иди отсюда, а не то отпедерастят. Как змея на копье, прытко вертишься ты, от людей собирая донаты. Тебе кажется, что твои речи круты, а твои выражения крылаты. А лучше б ты рассказал, как сирот обокрал, как последняя в мире скотина. Как в аренду жилье целый год ты снимал и на бабки хозяина кинул. Перец, мастер перец, ты словно щучиха, идущая на нерест. Перец, перец, мастер, иди отсюда, а не то отпедерастят. Ты на добрых людей собираешь досье, и любого готов ты унизить. Фанатично копаешься в грязном белье, чтоб себя над другими возвысить. Ни друзей, ни семьи, на два дома живешь, возомнив себя кем-то великим. А по сути ты шавка, подонок и вошь, а по сути ты анус двуликий. Перец, мастер, перец, ты словно щучиха, идущая на нерест. Перец, перец, мастер, иди отсюда, а не то отпедерастят, отпедерастят. С вами был Евгений Гордеев из города-героя Смоленска со своей новой песенкой «Перец-мастер». Перец-мастер. Дай Бог здоровья, дай Бог опомниться и закончить свою остаток своей жизни. А жить может быть еще долго. Для того, чтобы нести с собой людям радость, добро, свет и любовь. Пока. Всего нам всем доброго.